«Не забывай свои корни», йоу. Был такой хит у Касты. Вот Дима Билан и «Не забывает». Только оказался на музе, и давай вспоминать, с чего все начиналось. Саша Куцевол только успевал записывать. Пристегнитесь, Билан вспоминает молодость. 15 лет, я, если честно, у меня даже было ощущение, что Муз-ТВ гораздо больше существует, потому что это целый кусок общей жизни. Большой-большой кусмяр. И этот кусмяр Дима Билан вспоминает с особым трепетом и волнением. Ведь именно в это время состоялись его первые ротации на музе. Ну, я был весь воспарен, окрылен тем самым моментом, что я находился в этом самом эфире прекрасном. Кто-то летел, потом бум и падал. Один из первых клипов Билана, оказавшийся в эфире первого музыкального, это видеоролик на песню «Бум», который в 2002 году буквально взорвал хит-парады «Муза». Тогда Дима стал полноправным героем телеканала, а за пару лет до этого он еще только стремился в его объятия. Прекрасное общение «Аврора», которое мне так очень нравилось в тот период жизни. Фирменное утреннее шоу национального музыкального канала «Муз-ТВ». Сегодня с вами буду я, «Аврора», целых два часа. Дима был очень активным зрителем «Муза». Он не только бомбил прямые эфиры, но даже участвовал в конкурсах. Например, отслеживал появление специального пароля, чтобы попасть на премьеру культового фильма с Леонардо Ди Каприо. И вот в эфире, например, я помню, да, то ли «Аврора», то ли кто-то сказал, пароль «За буйки не заплывать», и до сих пор его помню. И мы получили 3 билета. Бесплатно сходил на это кино. Тогда же, в конце 90-х, под эфиры «Муза» и началась звездная карьера Димы Билана. Сегодня Дима – заслуженный герой первого музыкального, и без него уже сложно представить наш канал. Некие мои заслуги были оценены каналом, а неоднократно, конечно, канал меня называл лучшим артистом года. Ребят, спасибо вам огромное за это. И спасибо всем тем, кто пришел сюда сегодня! У Билана уже скоро будет целый сервиз. Это замечательный сервиз. Премия Муз-ТВ – важное событие в жизни Димы, как и Дима в жизни премии. Поэтому отчетный концерт премии Муз-ТВ 2011 в Казахстане не может пройти без него. Итак, 29 августа, Алматы, Муз-ТВ. Всем привет. Александра Куцевол, Никита Игнатов, «Про новости». We'll be right back.